Какой-то он медленный. Наверное, до Питера будем дней 15 ехать. Никто не пердел. Вот. Теперь я кашляю. Кашляешь? Да. Ты чё? Болею, наверное. Я тоже. Теперь мы все втроём кашляем. Не знаю, правильно ли сказали или нет, но... Мы сейчас идем в галерею. По их словам, это самое хайповое место в Питере. Привет. Куда? В галерею. Сейчас должны Степа сюда подъехать. Сейчас должны были поехать. О, мы пойдем. Пока что из первых впечатлений о Петербурге я заметил, что есть очень много бородачей, которые носит бороду Тимати, такая длинная квадратная борода. Ну вот. Вот, например, один. Это уже третий в галерее пока что. Может, это один и тот же, мужик ходит по разным этажам. Но мне показалось, это пока что фишка Питера. Квадратная борода. Маленькую сумочку, чтобы не таскать вот эту вот рюкзачело всему городу. То, что она тяжелая и целая. Ребята слишком торопятся купить капы. Поэтому мы не покупаем сумочку. А еще здесь очень пыльно. Аллергикам привет. Сейчас купили капу для Марины, она ее померила, она ей не подходит, и она пошла ее обратно сдавать. Сейчас мы едем на свою хату, будем жить эти 3 дня. Вот. Ну, а пока, ну, короче, через час, мои где-то, через 2. В Питере 22 градуса. 22 градуса?
Да, а ты с собой сколько? Что ты взял с собой из одежды? Я взял кофту и куртку. Кофту и куртку. Да, еще штаны какие-то. Ты подготовился к теплой погоде, так сказать. Да. Такси не подъехало, Марина сдает капу. Возможно, ее... Может, оставим ее? Здесь мы будем жить. Выглядит очень хайпово. Че, блогер? Привет. Че, как доехали? Блогер, да, видно, блядь. Вперед. А, ты знаешь, сколько можешь выйти? Пройди. Куда? Куда? В руку пройди. Вот так, чтобы смотреть. Вперед, вперед. Вот сюда. Вот сюда. Давай. Вот, хорошо, да, отсюда, где? Бля, какой там бойцовский клуб, Женя. Ты видела балкон? Я вижу, да. Самое интересное, вот это охуенно, что здесь есть балкон. Бля, жалко, ты не засняла голубя. Там сзади было совсем откинуто. Короче, нам сказали, что... Район серьезный. И типа, ну вечером вся суета начинается. Все же. Ну еще в центре смотрят, чтобы не солили. Дерешься? Нет. Это была в Питере? Нет. Нет? Нет, первый раз. Нет. И что-то сводилось с эстетикой? Ну, пока что выглядит как Магнитогорск. Да? Да. Нормально. Самый первый вопрос, когда я вышел с машины, я говорю, а чё типа тут так наркоманят-то? Мне говорят, ну, блядь, ты все прослушал, типа, в наушниках был. Ага. Вот. Потом мне заново объясняли. Ну тут портовый город, тут Дима рассказал. Портовый город. Излишки, как скажем, достаются. Бля, что за хуйня, я как будто наркоман. Как раз нынешний директор автошколы, коррупция называется. Вот здесь, я сюда, попробовал всех. Нам сказали, что это не завод, это дом. Такси, то есть, начинает... Гидом работать. Здесь реально живут люди. Ну, у тебя прямо гидовый год. Да, потому что в вилле требовалось экзамен сдать. И очень сложный экзамен, где ты сдаешь экзамен, нужно знать каждый участок набережной, который называется. Плюс надо сдать все достопримечательности. Выглядит как цементный завод. Все пятизвездочные гостиницы, все топовые. Марина взяла порулить. Марин, это твой первый опыт вождения? Нет. Ну, в таком формате, да. С заднего сиденья, да. Бля, вот просто... Здесь идешь, и здесь очень пахнет говнищем. Очень жестко. Здесь либо, не знаю, либо скот держит, либо срут. Сами участники. Так, вот этом свинарнике мы будем драться, походу. Привет. 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 Эми. Давай. Ладно. Как дела?
Хорошо. Красиво это. Видишь, просто супер. Спасибо. Потому что у тебя снова цвет волос. Да, кстати, очень. Спасибо. Не хочешь выйти под лицо? Нет. Привет. Женя приехала, да. Сколько было моментов у нас с тобой, да? Да. В общем, там ринг, а здесь у нас ветпункт. Все серьезно. Подписчики шумов. Они за меня пожалуйста. А я просто женщина с табличкой. Я лучше не запоминаю, что я такая. Ты стримишь? А, нет, это короче, я просто говорю всех, чтобы за меня болели. Чтобы будем кричать. Ну вот я как последний раз, честное слово. Я ее пару доезжу. А ты прям вот так будешь? Я готовленная. То есть ты мне будешь на пульте? В общем, на улице пахнет еще хуже, чем внутри. Я не знаю, что выбрать. Но здесь хотя бы не дует. Марина, как всегда, в какой снег. В общем, пока там идет подготовка к бою, хочу высказать свое первое мнение о Питере. Очень сильно похоже на... На Большой Магнитогорск похоже. Серый город, очень пыльный. Вот. Не знаю. Надо где-то в центре, может быть. В центре может быть красиво, в центре может быть чисто. Я, конечно, не хочу там говорить, что плохой город или чё, но, типа, может, реально я не туда смотрю пока что. Пока что какое-то разочарование небольшое. А насчет архитектуры, мне часто затирали про архитектуру. Опять же, может быть, они в центре или где-нибудь, может быть, не знаю, где надо побывать, но за те несколько часов, что я здесь, архитектура пока что лучше в Москве. А те красивые дома, которые я видела, это мне сказали, что там наркоманский район.
indeed. I love them. Машина, открой, блин, стой. Они берут тем, как у нас тут препарат. Вот по мне точно, но никогда не соглашается. Мы едем по полосе, по которой нельзя ехать. Короче, два таких высоких, один с башней, второй с черной. Ой, ой, думаешь, что было просто так? Нет, все из-за тебя. Из-за тебя. Путаю все мысли и слова. И солнце светит ярче, чем вчера. Мне кажется, что я сошел с ума. Из-за тебя. Путаю все мысли и слова. Ну не каждый день, типа, раз в день. Так, кто сегодня хороший, не хочет. Типа люди подумают. Вот, так что, ребята, не ссорьтесь, дайте лучше пукнуть. Давай. Я не хочу. Может, ты? Шел третий день в Питере. Всем привет. Вы все зародились спидом. Потому что Марина на всех чихала. Я сейчас сижу в Старбаксе. На первом этаже галереи. И попросила кипяток. Вот. Мне налили. Бесплатно, слава богу. Я заварил себе тарафлю. Так что приятного чаепития мне, точнее, тарафлю питья. И вообще очень супер плохо мне, вообще не могу, блядь. Вот так никто не заберется, блядь. Ебать, он реально Assassin's Creed, ёбнешься. И все, и скрылся. А ты как слезать? Ты думал, как ты будешь слезать? Там просто квартира. Блядь, домушник ебаный, слезай оттуда. А там высоко, да? Бля, как слезать? Подгоняй фургон подогнать. Смотри, чё. Тринадцатый район. Пару слов для русского радио. Чё, Марина? Нравится тебе она? Знаете, я, короче, зашел в ВК, и там у нее этот... Это же не стрим, да? Да-да-да. И там у нее, короче, цитата. Хочу.
Блин, ну реально ниндзя. Ёбнутый ниндзя просто. Те времена, когда мне было мало, сделал голову и пахал по нему. По рулям много пармезана, молодой. Мы занимаемся, короче, находим девочек, вербуем и снимаем порно. Он сам участвует в этом порно, но он стол, у него теория мастурбация. Слышали, слышали такой сайт сайт студентки? Это наш сайт. Короче, мы скоро узнаете. Похуй. Подстелька на стаканы. Это тоже то же самое. А что ты? А что ты просил? Йоу, блядь. Все, погнали. Резко пускаем. Прикольно. Прикольно. А что, здесь дверь снимать? Закрытая вечеринка. Закрытая вечеринка. Закрытая? Откуда? А что там? Там вечеринка. Какая? День рождения. Нормальный такой S. Хорош. Не очень хорошо. Вообще, вообще не, это все, неправда. Да ладно. Я бы заранее выбирал, кто за него будет это делать, поэтому... Мемори. Да. У меня сестры, слава богу, нет, я один сын. А вон там не надо, хорошо, да? Что ёбарь не твой. Вторую историю не нужно убирать. Нет, Влак? Просто убрал сначала. Пришел хозяин квартиры. Со стояком заходит в шкаф. Там нет вещи, уйди оттуда! Уйди там вещи! Ты, блядь, ну что ты делаешь? Все, сиди нахуй там. Спрятали. Потому что его здесь быть не должно. Почему? Здесь, у нас здесь шестеро должно быть, а не семь. Вещи, которые вы не знаете, что было.
здесь не должно быть. Вечеринки на стриме, на вашем замечательном, много людей. Сильно больше, чем о чем вообще шла речь. Не пять, конечно, сильно больше разных. Но это кажется вне нашей договоренности. Потому что если эта история повторится, то что это признаки того, что здесь происходит какой-то пиздец. Мужчина. Да, мужчина. Почему об этом сразу, когда мы договаривались про вечеринки и что-то еще, не было аргумента, что мужчина или что-то еще? Не так важно, мужчины, женщины, люди или животные. Я планирую, что когда ты заселись, я им скажу, ставлю вместе ту самую мужчину. Ну не трэш, стримеришь. Пока еще нет. До прихода ночи. Я не знаю, что я делаю, если у вас есть какой-то... Простите, пожалуйста, у меня просто... Все, отлично. А у вас 3 часа, да? Она спидозная. 3 часа. Бассейн заразит весь. Бассейн. Если что, мы вот платишь за все. Это главное правило. Вот. Я живу на бабке, вот, который, когда меня мужик въебался, то, что мне 100 тысяч выплатила, блядь, страховая. Я вообще продрочила, ну за что, блядь? Ну, пожрать нам заказал. Почему ты со стояком все время хочешь, ты заебался? Если по-вашему это стояк, ты видишь, он сгибается. Пацаны вчера спустили кучу денег в дрочильне, им дали вот эту визитку, они взяли ее. Так что, возможно, будет еще вторая серия, блядь. Лучшие девушки Петербурга. Тут номерочек сзади еще. Короче, шел, кажется, 4-й день. Вот мы питаемся только дошираками. Либо идем в столовку. Недалеко отсюда. Вот. Они бухают и едят дошираки. Вот это жизнь. И мечта. Последний день в Питере начинается. Короче, дома 5 утра. Питер 2023 итоги. Машинку стошнило. Диван, кажется, сломан. Ванну затопило соседей. Иди отсюда. Вот это не палпи, если что, это моча. Вот нахуй он с вами поехал, я не понимаю. Это нормально, да, поведение, блядь? Людей. Пиздец. Что у нас красивый вид из окна? Усними это, пожалуйста, еще раз. Вот можешь поближе просто ракурс взять? Вот, блядь, просто пришло вот это, легло вот так, говорит, иди съебись отсюда туда, блядь. Вот не охуевшие... Короче, я звоню Мухе. Сейчас их бужу. Тебе так хотели какие-нибудь со склада, но после этого Муха 100%. Давай. Он не беззвучен, то есть всегда включает. Хорошо, спи здесь. Но это будет твоя последняя ночь здесь.
Последняя. Ты, блядь, больше с нами вообще так никуда не пойдешь. Последняя ночь в жизни. Какая нахуй последняя ночь в жизни? Ты меня ночью задушишь. Иди нахуй, блядь. Разъебали Салюху. Вот все, сейчас уже выходим, что? Ну все, уже приходим. Нас выгнали, извините, как ты нас выгнали. Но мне дали золотой тысяч, но на пол. Покупаем один. Переход нужен? Это мой тайник. Да. Да, нет. Я даже не знаю, у меня зарплата, что мы будем на заводке или стипендии. Я все залутала от вас. Палентес и Рудик приехали в Питер. Вот за это есть. Еще Андрей, это он, а Соня, это я. Последний день, нам пришла идея сфоткаться как солевые. Привет, Юля! Ждем, что у нас самолет 2 часа. У нас негде жить, и мы сидим здесь. Самолет? Поезд? Поезд. Еще хуже, блядь. А вы скачаете какие-нибудь там фильмы? Нет, ну у нас так фильм, блядь, уже идет. Как мы с Мариной зайдем в этот? Начнется фильм. Весь вагон будет на ушах, блядь. Пожалуйста. Говорите после звукового сигнала. Марина, ты только что... Марина, ты только что... Марина, мы нашли соль. Ты только что отошла. Можешь, пожалуйста, купить семечки, пожалуйста? Соль. Если возвращаешься, то сейчас уже будешь купить, пожалуйста, семечки, хорошо? Она семечками. Ты семечки купила? Ебать. Вот, все, заказ пришел. Телефон ушел. Смотри. Нихуя. А соль? Да. Ой, соль там... купила реально. Пёрни для Эдита. Ой, блядь. Да хуйню. Да блядь. Ты реально ебаный завод дерьма. Фу, блядь, пошла. Просто буду молчать. Давайте, кто говорит мат, того выкидываем из машины. Не надо. Мы просто. Мне очень нравится, как звучит мат. На самом деле. Наверное, может быть, в каком-то месте это, не знаю, какое-нибудь там собрание любителей мата. О, это про нас. Ну, так мы живем в свободной стране, я думаю, да можно обороняться. Да, ну, есть вообще принятые нормы. Мат не является нормой в употреблении в обиходе. Тем более в моем офисе. Да, культурная столица. Я такое слышал. Из Хабаровска. Отсюда. Отсюда? Да. У меня уши вянут, когда вы материтесь. Не знаю, это какие-то подвалы Кремля. Пришли на квест. Все? Сейчас сидим. В таком китайском ресторане. Среди узбекского рынка. Что такое тонко? Жареный тонко на. Короче, мы зашли на рынок. Вот. И тут супер дешевый телефон на айфоны. Типа по 100-200 рублей. Вот, и у нас здесь полная шлага, здесь все затариваются, вот, все ставят здесь стекла, чехлы, подставки для телефона. Сейчас наушники, AirPods,
AirPods Max. Мне хочется взять, чтобы просто выпендриваться. Ну. Вот. Знаете, сколько эти кроссы брал розовые? Сколько? Женя, угадай. Степи? Ниже. 20. Ниже. Да. Влево. А вот эти? Нет, куда-то. Он самый последний. Ниже. 5? Они сколько стоят? Наверное. Тоже 3500? Ну, не знаю. А есть такие 30-динаторы? Вот эти? Да. Я все равно, блядь, 300-динаторы. Они прям похожи. Это один оригинальный, этот так, реплики хорошие. Короче, сейчас ходили в чупальню, вот, а у медведя, капа за 5000, и он ее постоянно кладет в карман, из которого она постоянно вываливается, и сейчас он ее забыл в чупальне, а ее выкинули в мусорку, вот. Нашел? И он сейчас купается в мусорке. Он нашел? Нет, конечно. Чупальня. А я купила кроссовки. Я тоже. Ты тоже купил? Да. Ты с собой взяла. За 3500. 3500. Баварская нотка все-таки. Ай-я. Мне все. А, это Nike. Ой, это сейчас это выглядит, знаете, вот очень-очень странно. Я в Nike'ах. Нет, вот ей идет. Сейчас меньше я тебе висят. Мухан, сумку ты взял? Да. Да, взял. У нас здесь полный шопинг. Затарились в дешевом магазине спортивными костюмчиками. Сейчас еще Лору придет закупаться. Ты готова? Да, готова. Покажи, это твоё. Где моя шаурма? Ты привёз её? Мы с Альфараби сидим и наёбываем Бургер Кинг. Мы живые. Всё, пацаны. Пьём и заново наливаем. Короче, спортики приехали в Кару 11, кинотеатр из самого центра Питера. Мы ехали. Час 10 минут на ёбаных самокатах. Рассказываю. Сначала разрядился самокат у медведя. Он свалил все вещи на нас, и Марина тоже свалила все вещи на нас. И они поехали на Маринином самокате. Проехали 5 метров, и самокат у Марины залагал. Вот, они взяли такси и вызвали, короче. А мы стояли, ждали их за углом и просто думали, а где, почему они не приезжают? А они, оказывается, взяли такси и уехали просто. Потом приехали сюда. Поехали дальше. Возле моста, хоп, Юля потерялась. Куда она делась, неизвестно. Она почему-то повернула направо, когда все повернули налево. И в итоге мы все встретились здесь. Все приехали вовремя. Медведь с Марией, с Мариной так подружились. А ведь он так заебывал ее в первые дни. Не удивлюсь, если они завтра появятся. Лучше бы он занял трон. Людовик, вы на троне по воле Господа. Короче, фильм был очень классный, вот. Но я думаю, наиболее исчерпывающий комментарий по поводу фильма даст медведь. Самый отчаянный, которого встречал. Товарищ медведь, просыпайся. Как тебе фильм понравился? Глубокий сюжет, да? Средства. Да, ждешь ждешь продолжения? Да, охуенный фильм. Разъеб, пиздец. Всем привет. Меня
все начало бесить. Буквально 5 минут назад я говорила, что это самый классный день, пока вы здесь. А вот сейчас меня все бесит. Ну, кроме тебя, Женечка. Магнитогорская улица. Йоу, привет, Магнитогорск, 74-й регион. Цвета Магнитогорска на нас всех. Короче, мы на вокзале. Очень хочу спать. Вот, ждем поезда. 2 часа 10 минут. Поедем в МСК. И снова будет скучная жизнь. Ваня, чё? Скажи что-нибудь на камеру. Я хочу подрочить. Себе. Ни себе, ни людям. Вот она. Прибыл наш. Ебать, там очередь. Паровоз. Он максимально захайпил за эти 5 дней, поднялся и теперь будет домогаться до девочек с 5 онлайна. Стримит, он всех уже заебал, поэтому я ему треки с запретками. Доброе утро. Мы приезжаем к Москве. Я слышу. Скоро будет высадка. Мы все разойдемся. Это собственно жесткий брок. Это здесь жесткий пейн. Когда мы уже сядем в Москву? Я теперь понял, что вы чувствовали все эти дни. Это шоу по поводу. Че у тебя? Горло пореже, да? Немножко покрутится голова. Да. Сильно. Все слабо, но... Я вчера буду записаться, ничего не делал. Заебался.